2003 по 2008 год вы как раз возглавляете титаново-апатитовую компанию, и вот в прессе звучит фраза о том, что вы защищаете интересы российских предпринимателей. Что имеется в виду? Какие российские предприниматели и какие интересы вы защищаете? Ну, эта речь, это очевидно, может идти о господине Виксельберге, который возглавлял, является одним из собственников компании «Ренова». Я не воспринимаю, и сейчас нас тоже упрекают, что мы, ну, некоторые мои коллеги являются по газоводобыванию, являются там агентами чуть ли не российских спецслужб. То есть у них российское гражданство? Нет, ни у кого нету, ни у кого из них нет российского гражданства. А почему обвиняют? Почему обвиняют тогда? Ну, знаете, я встречался с некоторыми людьми, которые обвиняют. И задавал вопросы, они не смогли ответить. Ну, это как в том случае, в том анекдоте, когда говорят, послушайте, у него дочери нет, поэтому она не может быть проституткой. Не важно. Важно, что он есть. Вот так и у нас. Важно, что эти люди работали. Я тоже работал, я задал вопрос. Если я работал в компании, в российской компании, был топ-менеджером, вернее как, это украинская компания, но учредитель российская компания, она платила налоги на территории Украины. Она полностью работали все граждане Украины в этой компании. Так как это клеймо какое-то или какая-то печать появляется на человеке? Или, может быть, те люди, которые нигде не работали в российских компаниях, но больше вреда приносят Украине, чем те, которые работали. У нас же не всегда были такие отношения сложные с Россией, как сегодня.